Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусный салат из огурцов. Можно использовать как молодые огурчики, так и зрелые переросшие плоды. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! 1 кг огурцов замачиваем в холодной питьевой воде на 2-3 часа. Затем нарезаем их кружочками толщиной от 3 до 5 мм. граммов лука режем полукольцами такой же ширины. Пучок свежего укропа мелко рубим ножом. Дальше перекладываем огурцы в миску, добавляем туда лук, укроп, 15 граммов соли, 25 граммов сахара, 25 миллилитров 9% уксуса, 40 миллилитров подсолнечного масла. Хорошо перемешиваем. И даем постоять 3 часа. За это время огурцы несколько раз перемешиваем. Через 3 часа раскладываем огурчики по стерильным банкам. Из указанного количества продуктов у меня получилось 3 пол-литровые баночки. Выделившийся сок тоже равномерно распределяем по всем банкам. Затем прикрываем банки крышками, ставим их в застеленную полотенцем кастрюлю, заливаем по плечики водой комнатной температуры и отправляем на умеренный огонь. С момента закипания воды в кастрюле стерилизуем наш салат ровно 10 минут, после чего банки закатываем, переворачиваем вверх дном и оставляем в таком состоянии до полного остывания. Вот и все. Очень вкусный салат из огурцов на зиму готов. Хранить его можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.